Каждой девушке труднее всего пережить две вещи. Это то, что теперь именно эта фотография будет в ее паспорте, и расставание с парнем. Юль, ну бросил и бросил! И давно она здесь лежит? Ну, судя по музыке, с 92-го года. Так все, пора ее взбодрить, девочки. Юль, ну может я тебе помогу, а? Ну хочешь, я цветок на холодильнике полью? Это хлеб. А что за запах? Это рыбки. Так все, хватит лежать. Вставай, куда-нибудь сходим, посидим, выпьем. Аня, а что ходить? Сиди и пей. Ань, ну ты вспомни, он же меня так любил, а? Он же мне каждую ночь под окном серенады пел. У нас даже бомжи ушли в другой двор жить. Все, Наташа готова. Наташенька, а что с тобой? Это танец живота. Ну тебе же никогда красивый танец не дарили? И ты решил не заморачиваться. Ну вот опять, а? Юль, да не парься ты, нормально одна проживешь. Действительно. Вот у меня мама одна жила, бабушка одна жила, прабабушка Ань, одна жила. Вы себя в роду что, спорами размножаетесь? Так, хорошо, вставай, сейчас ты вообще обалдеешь. Мигель! Это мне! Ой, девочки, а он что, гулять просится? А, ты уже здесь? Так и знал, что надо было на метро ехать. Слушайте, а вы что, тоже стриптизер? А чем я хуже? Ну, например, всем. Вот скажите, вы умеете купюры ягодицами собирать? Я 5 лет на автовазе проработал. Мы там ягодицами такие вещи собирали. Юль, я тут подумал и... А че ты пришел? Ты меня бросил, иди, у меня все в порядке. Но ты же сама говорила, что... Ой, я тебе много чего говорила. А так хочешь, секрет открою? Мне яичница твоя никогда не нравилась. И на Кевина Костнера ты похож только потому, что я не помню, как выглядит Кевин Костнер. И эти 2 минуты были не лучшие 45 минут моей жизни. Но, Юль... Мне кажется, что нельзя вот так просто взять и разрушить то, что мы собирали по крупинкам целых 2 года. Нам нужно помириться, взяться за руку и идти дальше. Слышь, ты что, мои слова местами переставил? Думаешь, я их не узнаю? Все, иди, ты мне не нужен. Куда ты пошел? Ну ты что, поверил, что не нужен мне? Ты что, у меня женщина? В смысле? Ну в смысле? Ну что мы, женщины, во все верим? Мужчина, у нас благодаря вашим рассказам кошка — это суперсущество. Мы же верим, что оно может линять вот такими вот крашенными волосами. Что кошка может в подъезде на спину прыгнуть, все ее царапать, не повредив пуховик. Что кошка может Ване накладные ресницы забыть, а на следующие выходные забрать. Нет, лично я бы в это никогда не поверила, если мне соседская собака на шее засос не оставила. Так что, мужчины, давайте верить друг другу. Нам всем это выгодно. Спасибо.